Прошло менее 3 месяцев с того дня, как коллектив Княжепогосского завода древесно-волокнистых плит в Коми Республике дал первую продукцию. В цехах молодого завода работает молодежь. Поточные автоматические линии дают возможность полностью использовать древесные отходы, сберечь лесные богатства страны. Теперь и щепа, и обрезки, и даже опилки, превращенные в древесные плиты, могут пойти на отделку зданий и интерьеров, на производство мебели и многих других полезных нашим быту вещей.